Чего? Дивизион Изи на Соколе. Вторая игра дня. Здесь ожидается гораздо более интересная заруба, особенно учитывая, что Хаски собрали не самый оптимальный состав. Кугарс неплохо начали. Куколев на трешке. И точная трешка. Хороший перевод в угол. Ну и уверенный бросок со средней от 48. Пока что команда не собирается стоять на месте. Очень-очень быстро стремляется, быстрые отрывы, неплохо использует свои шансы. Конечно, будет трудно. Великолепно реализовал свой момент 20-й номер Кугарс. Очень хорошо сейчас вокруг своей оси покрутился. Хорошая работа ног. Александр Петрянин это был. Второе мимо. Снова на подборе Петрянин. Петрянин пока вообще не остановим. Если он продолжит так... Прямо в руки Сивака. Сивак есть возможность исправиться у него. Да, и забивает Сивак. Вот Накрон реализовал он свой момент. Отчество. В свое время Гриша Страсецкий добавляет Николая Сдутова в шорт-лист лучших разыгрывающих дивизиона Изи. Вот, ну, в принципе, дело такое, наживное. Сивак забивает трешку Артем. Ну что, неплохо, неплохо. Артем исправляется, 5 очков подряд от Артем. Не давая сделать временный паритет. О, вот это было неплохо от Сдутова из-под руки, хороший бросок. Что получает приз Джамала Кроуфорда, игрока с худшим шот-селекшеном в этом матче. Но я думаю, что будет еще возможность у него исправиться. Ну а пока что Сивак 7 очков подряд забивает. Вот так вот Сивак добрал по собственному промаху. Зачем так сложно? И Николай забивает. Хорош. Хорош Николай. Сейчас в роли второго номера, по сути, играет. Непросто. Так. Не забивает Артем. Кто на подборе? А на подборе игроки Кугарс, Петрянин, Скрипниченко. Ой, хорошо. Как на троих разыграли. Куколев вводит мяч в игру, получает его обратно от Шаульского и будет бросать 3. Вторая трешка от Алексея. Команды просто, как, мне кажется, сейчас эту нарезку можно вот сейчас сохранить и в шахтный фул отправить, как команды не могут 5 минут забить. Но все-таки забивают Кузьмиченко, ну, забить из-под кольца. Шаульский пытается сейчас брать его на себя. Алексей, не все у него получается. Однако на подборе Шишки наконец-то забивает и Максим. Кузьмиченко, но не факт, что виноват дающий. Может быть, конечно, виноват и Белов, что не сделал движение. Легкие очки от Сдутова. Ну, в общем-то, если Кугарс сейчас... Первый штрафной. Два из двух от Шаульского. О, Куколев! Очередной горшок от Куколева. Этот парень великолепно раздает блокшоты. Лучший блокирующий дивизиона Изи. Единственное, что трешки они не особо бросают. Трешки, да, трешки не используют. Но то, что вот они прям максимально устремляются в быстрые отрывы при любой возможной ситуации, это, конечно, это такой современный элемент баскетбола. Но трешки пока, да, трешки пока пореже юзают. Соперник подарить. Сивак. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну куда? Зачем? Ну как, Петран... Воу! Шаульский сверху засадил. Очень грубо от него. Ух ты, интересная техника броска от 48 номера. Технически дали, что ли? Интересный момент. Понятно. Ну, Петрянин очень эмоционально. Никитев на Сдутова, Сдутов обратно Никитева. Шишкин входит в зону. Максим нарвался на блокшот. Кадыка на трешке один. И снова не забивает Артем с этой позиции. Он уже бросал 3 под 45. Ну и Петрянин добавляет 2 очка. Ой-ой-ой, ничего себе, какая работа ног, очень неплохо, там разочек, конечно, пробежку совершил. Второй тоже есть, ну пока что Владислав хочет на 100% выйти, посмотрим, как у него дальше пойдет. 3 из 3, как учили назвать, ну какие-то очень сложные броски берет на себя, вообще не атака команды стоит, не передач, ничего, просто Скрипниченко получает мяч, если оставляет команда растягивает. Сивак, Скрипниченко. Вот это другое дело, да? Пару передач от Скрипниченко под кольцом, там, где он максимально эффективен, а не со средней. И Скрипниченко под кольцом, там, где он максимально эффективен, а не со средней. И забивает Юрию. Это вот другое дело. Ну вот, еще если Кугарс бы начал защищаться, там забросил 30 раз. То есть, ну, раз не приходится. Но сейчас Скрипниченко эффективен.
Еще одна трешка, на этот раз Захаров забивает. Не Куколев, так Захаров. Средний. Кадыка. Есть, Кадыка забивает. Три, Кугар сделали камбэк. Такое ощущение, как будто после того, как... Хорош, конечно, Петрянин в атаке. Вот это неплохо. Просто сейчас загнал. Ну, рывок очень жесткий от Кугарс. Теперь понятно, как эта команда может закомбэджить несколько минут. Второй тоже есть. Второй тоже есть. Плюс 5. Хаски потихонечку снова уходит в отрыв, но он очень небольшой. Кадыка, Скрипниченко. Скрипниченко продолжает очень много, но вот сейчас потихонечку выправляет у него процент и количество очков. Уже 15 на его счету. С Дудов. Хорош Дутов. Тем, что сейчас высокий заслон ему поставил Захаров, соперник не стал выдвигаться, бросил его одного, ну и Дутов наказал. Сивак. Кугарс вообще не мог расставиться в позиционке, то эта команда очень плохо защищается. Кадыка вылавливает мяч, не было аута, пас на третьего, ой, как хорошо. Великолепно. Очень удачно скачал мяч прямо в руки Кирилла Малютина. Но он... Напоролся на букшоты, напоролся. Нормальное явление, бывает. Ну и Шаутский пробивает технически, точно. Плюс 4 в пользу Хаски. Не с мячом. Никто не выходит на Сдутова. Очень плохая защита. Ну, Кугарс, конечно, сегодня многовато. Вот таких вот персональных сказки много игроков. С неплохим рокачковым броском. В том числе и Сдутов, который поймал свой бросок. Аношкин. Ну вот, конечно, работа ног Аношкина очень хорошая. Ну, давай первый штрафной. 2 из 2 со Сдутова. Плюс 7. Плюс 7 в пользу Хаски. Какие-то суперсложные броски. Не знаю, вот когда команда ловит кураж, они вроде бы и забивают такие моменты. И в том числе используют какие-то более правильные, рациональные броски. А вот сейчас вот это делает, но вот я не понимаю, зачем такие сложные броски придумывать. Еще одна трешка. Много трехочковок сегодня завалили. Поймал, конечно, свой бросочек сегодня. У Алексеева он не всегда заходит. Бывает, что много мимо бьет, но сегодня прям Куколев с хорошим процентом бросает. С трешек это прям, ну, прекрасный процент. Кугарс, по-моему, похуже с этим. У них 4 из 18, да, у них 4 из 18 намного хуже. 2 из 2 реализует. По максимуму взрывает и защитит его атаки. О, Захаров! Банана-пати от Захарова. Жестко. Ну и наказывает максимально, максимально быстро и эффективное наказание последовало от Пикона. Шишкин забил. Кадыка. На Петрянина свалили. Ничего себе. Засчитали. Засчитали проходочку Петрянина. Ну, Петрянин высоченный, с длиннющими ногами. Я не отсюда, это Кумба просто. Тык с мячом. Петрянин. Петрянин забивает. Петрянин в сложном проходе крюк. До 5 очков сокращает он отрыв. Еще 1,5 минуты играть. Дутов с мячом. И Николай забивает флотер. Хорош Дутов. Сивак не забивает. Клатч 3, но на подборе Скрипниченко добавляет Юра 2 очка. Не забивает из-под руки Скрипниченко, сам же подобрал по собственного промаха, поднял воздух соперника и сокращает до 3-3 очков. 74 тут играть, фалить не обязательно, фалить не обязательно. Ой, какая ошибка, Шишкин. Да, многовато защиты, конечно, сегодня ошибался. Чити привозит больше, чем забивает. Вот Притянин такой игрок сегодня был, по крайней мере. Не знаю, как дальше у него пойдет. Ой-ой-ой, Захаров. Но это капитанский класс.